В ЗАТО Фокино готовится отметить Международный день защиты детей. На 1 июня в городском округе намечена обширная программа развлекательных мероприятий. Более подробно о начале события и о площадках проведения детского праздника в следующем сюжете выпуска. Фокино основной площадкой проведения Международного дня защиты детей станет Центр культуры и искусства «Спутник». Праздник начнется 1 июня в 11 часов с концертной программы «Здравствуй, лето». В 13 часов на сцену «Спутника» выйдут детские творческие коллективы. В концерте примут участие юные дарования и ребята постарше в составе вокальных и хореографических ансамблей, а также с сольными номерами. Для любителей мультипликационных фильмов и художественных фильмов для детей в этот день состоятся два сеанса кинопоказов в 14 часов и в 19 часов. Маленькие зрители увидят мультфильм «Кот в сапогах. Последнее желание» и фильм «Чебурашка». В поселке Дунай в 12 часов на площади Кучеренко начнется театрализованный праздник «Остров развлечений на планете Лето». Далее в программе праздничного дня конкурсная игровая программа «Вместе весело играем», в рамках которой пройдет солнечный мастер-класс по изготовлению бумажных поделок. В 14 часов в Доме культуры «Восход» начнется демонстрация мультфильмов для малышей. Для юных жителей поселка Путятин подготовлена театрализованная постановка «В страну сказочных путешествий». Мероприятие начнется в 12 часов дня на площадке около Дома культуры. Далее детей ждет развлекательно-игровая программа «Страна сказок». В течение дня на площади будут работать детские аттракционы. Взрослые позаботились о том, чтобы детям не пришлось скучать и грустить на своем празднике.